В Сургуте завершился турнир, посвященный 70-летию отечественного хоккея. В последних в этом спортивном сезоне матчах принимали участие 4 команды, 3 из которых представляли Сургут и Сургутский район, а одна – Донецкую Народную Республику. Зрители наблюдали как упорную борьбу, так и целую россыпь заброшенных шайб. Например, спортсмены из Новороссии отправили в ворота команды «Надежда» 28 безответных шайб. Сургутский «Олимпиец» одолел «Дюша-2» из «Белого Яра» с результатом 20-10. Польза есть. Дело в том, что у нас участвуют ребята, те, которые практически не играют на первенстве России. Вот. Определенный опыт, хорошая практика. Любая игра – это всегда, как говорится, лучше плохая игра, чем хорошая тренировка. Изначально, исходя из класса и опыта соперников, было понятно, что борьбу за победу в турнире поведут сургутские олимпийцы и Донецк. Наша команда в недавно завершившемся первенстве страны одержала 5 побед в 36 матчах. Ребята из Донецкой Народной Республики в 16 встречах проиграли лишь дважды. В Сургуте, как и прогнозировалось, оба коллектива без поражений дошли до последней очной игры, в которой и определился победитель соревнований. Со счетом 7-2 выиграли хоккеисты ДНР. В любом случае опыт. Опыт. Пацаны получают опыт. Любые выездные игры, которые мы играем с соперниками, это огромный опыт. И, скажем, если нас в дальнейшем будут такие возможности приезжать на такие турниры, мы с удовольствием приедем.